И снова здрасте. Сегодня 19 сентября. Планы на сегодня. Сейчас я еду на съемочку небольшую часовую пейнтбола. У ребят день рождения, у кого-то празднуют и собираются пострелять в заброшенном здании. Вот. Просят немного их там пофотографировать внутри. Ну, в общем, как-то так вот. А потом, после этого, я поеду в студию, приедут люди с Финляндии сделать 4 человека фото на финский паспорт или что-то такое попросили. Вот, вот такие вот планы, друзья. Обработка, не знаю, будет, не будет сегодня какая-нибудь. Может быть, и если будет время, приеду в студию, покажу вам, что получилось с пейнтбола, какие кадры, как я их выбираю и как обрабатываю. Вот. А может, и не покажу. Посмотрим. Так что пора. Все, выезжаю. Сейчас уже ребята там уже собрались, уже, наверное, готовы, стоят с оружием, встречают меня. Главное прорваться через их оборону, и тогда все у нас получится. Очень боюсь. Надо ехать очень осторожным. Скорее всего, у них снайперы сидят на столбах или еще где-то. Очень аккуратно продвигаюсь. Так, видите труба? Вот там будет съемка. Наверху, на самом верху. Очень-очень-очень опасно. Наверняка в воротах меня ждет засада. А я даже оружие с собой не взял, только зубы. О да! Нереальная атмосфера. Почти как в этой игрушке. Диван тут. Тут они наверняка отдыхают после тяжелых боев. Смотрите, прямо раздолье для пейнтбола. Ага. И куда идти? Все, собственно, вот тут все и происходит, да? Меня взяли в плен, ведут на трибунал. Это в центре. Это центр. Что, пришли наши, да, двое? Нет, еще. Здравствуйте. Это фотограф, да, у нас? Это он. Здравствуйте. Нормально. Так, один человек еще переодевается, да? Нет, все здесь. Сколько там? 12 уже, все? Или 11 еще пока? 12. Уже 10. Поделитесь на команду. Поделитесь. Сколько будет у нас? Раз, два, три. Четверо. А где четвертый? Он пошел ребенка. А, четвертый. Да! Готовы? Да! Я еще не успел у него. Ты выходишь в мишень, да? У вас маска нормально? Нормально, вот что ли? Не спадывай? Да, там отцов пал, что-то делать из нашей команды. Видеть бы еще. Аня, забежи мне еще раз. Да, я сначала. Да, я сначала. Да, я сначала. Ага. 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 Ага.
все. Съемочка закончена. Нормально мы с ребятами пофотографировались. Сейчас в студию фото на документы делать. Вот, так что кому интересно, знаете, что в Выборге есть такой вот пейнтбол. Играют они вот в этом вот здании. Вот если прислушаться, там слышно выстрелы сейчас. Не знаю, слышите или нет, но опять у них там война началась. Поехал я дальше. Приехал в студию. Если кто еще не знает, где она находится, покажу примерно. Это крепость. Это студия. Вот это бывшее поварское училище, сейчас уже ГОСЭ. Вот это здание желтое, если мы видим. Это Ленэнерго. Вот оно кончается, и сразу вот он, первый подъезд, это наша студия. Вот. И тут есть табличка «Северный вал, дом 7». Поэтому заходите в гости, но предварительно позвонив. Мы работаем по записи. Сейчас я должны приехать фото на документы сделать. Вот, и если вам требуется фото на документы, без очереди, без ничего, вы просто звоните, называете свое время, и мы вас ждем. Итак, мы уже в студии. На данный момент, значит, я вам расскажу немножко, что я сделал. Во-первых, я перекинул кадры на компьютер в программе ICDC, прошелся по ним, удалил все не получившиеся кадры, вот, и, соответственно, загрузил их в Lightroom. Вот, собственно, вот такие вот кадры у меня получились, оригиналы, да, всякие разные. Вот так вот я нафотографировал. То есть вот эти кадры мы сейчас будем обрабатывать в Lightroom. Вот. И смотрите, что происходит. Вернемся к этой фотографии. Сейчас. Где у нас групповая? Вот она. Вот, смотрите, вот это, то есть фотоаппарат снял вот такой вот кадр, да? При импорте его в Lightroom происходит следующее. Кадр становится вот таким. Вот таким вот. Не жизнерадостным вовсе. Все цвета совершенно другие, тусклые. И он полностью изменяет картинку. Вот почему это происходит? Так как я снимаю, эту съемку проводил в NEV, да? Если бы мы снимали в JPEG, ничего бы такого не произошло. Он бы открыл так, как он и снял, да? Так как мы снимаем в NEV, то есть RAW, да, формат, его, соответственно, надо нам проявить. Как вы пленку проявляете, так и файл NEV нам надо проявить и сделать его таким, каким нам нужно. Преимущество этого файла, что в нем содержится очень много информации, да? То есть, если из JPEG вы ее не вытащите, там что-то у вас, если пересветы есть или, наоборот, слишком темные провалы, у вас нет возможности вытащить это из JPEG. И из RAW мы можем вытаскивать все, что угодно. Хоть тени, хоть цвета. Да? То есть у нас есть большой диапазон запаса яркости. В RAW у нас есть большой запас всей этой избыточной информации, которой не было бы в формате JPEG, если бы вы снимали просто в JPEG. Да? Вот. Так, почему это происходит, да? Почему файл становится таким тусклым и совершенно не похож на то, что снял фотоаппарат? Программа Lightroom не знает алгоритмов, с которыми сжат этот файл, и она может только примерно это интерпретировать. Так как Nikon своих алгоритмов не выдает другим сторонним, да, производителям программ, и им приходится как-то гадать. То есть это происходит с любыми RAW-конвертерами, которые сторонние, да. Вот, если мы даже возьмем фотоаппараты Canon или Nikon, да, при перетаскивании из NEV-файлов в Lightroom происходит вот такая вот ерунда. То есть нам заново надо выстраивать всю картинку и приводить примерно к тому виду, что у нас был сделан на фотоаппарате. Если вы хотите этого избежать всего, да, вы можете использовать оригинальные программы от производителя. То есть от Nikon. Nikon-овский, от Canon-овский. Но у меня не стоит сейчас такая задача, да, я хочу просто немножечко в Lightroom все это подобработать и сделать картинку чуть-чуть поинтереснее, чем было сфотографировано на фотоаппарат. Вот.
То есть из такой картинки мы превращаем ее вот в такую вот. То есть достаточно яркую, да, и более веселенькую, так скажем. Итак, давайте мы сейчас с вами это и попробуем сделать. Так, для начала я перехожу в камеру Calibration и выбираю тут режим портрет. Это мой любимый режим. Ну, так скажем, мне больше картинки в этом режиме нравятся. Тут, так скажем, на вкус и цвет товарищей нет. Я люблю вот предустановку режима портрет ставить. Это еще связано с тем, что он немножко делает кожу на лицах более гладкой, более равномерный тон получается, так как тут у нас много женщин, да, а им нравится, когда у них на лицах кожа симпатично смотрится, да. Вот, соответственно, я выбираю его, да. Сразу мы картинку сделаем посветлее, чтобы мы понимали, да, как она у нас будет примерно выглядеть. Сейчас мы немножечко тут подвигаем ползунки и примерно сделаем так, чтобы нас эта картинка устраивала. Вот это я делаю с нажатой клавишей Alt. Мы сразу видим, где у нас чисто черная точка. Сейчас я черную точку поставлю, ну вот так вот, чтобы они чуть-чуть были прорисованы. Вот, еще сделаем чуть-чуть посветлее. Ну тут вот можем покрутить так, как нам нравится, наверное. Чуть-чуть я задеру контрастность. Соответственно, я примерно показываю то, что я делаю, да, то есть у вас это может, вы можете делать совершенно по-другому, может быть так или так, как вам больше нравится. Я делаю так, как нравится мне. Так, ну примерно вот так вот я пока выставлю, потом может быть чуть-чуть по нему поменяю. Так, вот этот ползунок я двину чуть-чуть сюда. Опять же, смягчим картинку. Вот можем посмотреть, как он работает. Так он все резко делает, да. Так он чуть-чуть кожу смягчает. Но это больше на более крупных фотографиях будет видно. Но я сразу его сместил, вот буквально на 7 делений, да. Это, опять же, женщины оценят. У них будет кожа немножечко ровнее, она смягчает именно картинку. Так, вибранс я немножко посочнее сделаю, чуть-чуть задерем это, потому что тут все такое яркое, да, можно, ничего страшного, если будут чуть-чуть пережжены, да, лица, это нормально. Так, и saturation мы немножечко убавим, да, сделаем побольше вибранс, вот так вот. Так, с этой вкладочкой более-менее мы настроились. Так, теперь вот тут, значит, что я делаю? Мы переходим в режим Blue, да, в синий канал. И я сделаю чуть-чуть, ну, мне так хочется. Вот так вот добавлю сюда чуть-чуть синевой, да, и вот так вот немножечко сделаю. Вот. Чуть-чуть его приподниму, чтобы не такое прям все желтенькое было, да. Так, теперь переходим сюда. И чуть-чуть вот сделаем вот так вот. Угу. Так, дальше это мы пока пропускаем. Дальше мы переходим, это перепропускаем. Деталь. Можно чуть-чуть я прибавлю резкости. Как видите, тут на изображении присутствует немножко шума, но это абсолютно не страшно. Мы чуть-чуть его самую малость погасим. Вот как-то так, да? Чтобы поровнее все это было, картинка. Давайте мы сильно вот попробуем. Видите, так слишком резко теряется уже. Ну, вот так вот. Вот, ну, вот на десяточку сделаю, будет, в принципе, достаточно. Так. Дальше, линз коррекция. Кто-то, кому-то нравится так, кому-то так, да. То есть мы исправляем искажение объектива. Ну, я бы вот так оставил все-таки. Не буду я его включать. Мне так больше нравится.
Так, края кадра мы по-любому притемняем. Опять же, это связано с тем, что это военная тема. Нам надо акцент будет ловить, ну, как бы на людей делать, да. Чуть-чуть я вот так вот притемню края. Ну, как-то вот так, да. Потом, если что, можно это будет в каких-то кадрах поправлять, да. Вот. Ну и все. Тут можно, конечно, еще что-то покрутить на свой вкус и цвет. Наверное, ничего я тут менять не буду. Да, ничего не буду менять. Ну вот. Не знаю, ну чуть-чуть вот так вот. Все. Вот, собственно, получилась у нас такая картинка, да. Не знаю, можно поконтрастнее сделать, конечно. Посмотрим. Ну вот. Вот так вот. Все, пока меня это устроит. И теперь я беру, ну, как видите, вот, вот у нас примерно то же самое получилось, да? Чуть-чуть по времени нам работает. И теперь я беру эту картинку и применяю все, что я сделал, ко всем кадрам. Как это сделать? Мы жмем Ctrl-A. Клавишу Ctrl и A. Выделяем все кадры. Вот они у нас выделились. И применяем Sunch. Да? Выбираем все параметры. И синхронизировать. И сейчас у нас будет происходить чудо. Вот как видите, да? Картинка из темной превращается в светлую. И более-менее такую интересную, да? Вот, и теперь, как видите, на каждую картинку применились все настройки стой. И теперь мы просто проходимся по каждой картинке и чуть-чуть, плюс-минус, там ползунки передвигаем. Так, тут у меня вот два JPEG файла. Тут мы отменим то, что мы делали. Ладно, это я потом их откорректирую. В начале съемки забыл переключить в режим формат RAW. Вот. Ну и, собственно, вот, вот наши картинки. Да. И пошли. Чуть-чуть можем что-то прибавлять, убавлять. Чтобы это вот поконтрастнее смотрелось. Ну, тут, в принципе, все нормально. Вот можем мужчинам, видите, где мужчины на кадре, вот, и можно чуть-чуть clarity побольше делать, а женщинам, соответственно, мы поменьше делаем. Так, если вот нам с этого кадра надо такие же настройки на этот перенести, мы просто нажимаем вот на этот кадр и выбираем вот так предыдущие настройки. Дальше пошли. Можем тоже раз применить, да. Тут слишком светловато получилось. Можно вот так вот чуть-чуть убавить. Так. Вот так вот. Ну, то есть тут уже можем кадрировать, да, все делать как нам нравится. Чтобы пропорции кадра оставались оригинальные, вот так вот замочек делаем, и он тогда размеры не меняет. И вот так вот мы кадрируем. Так. Дальше пошли. Так, тут чуть-чуть потемнее мы сделаем. Так. Опять же сразу предыдущее. Да? Тут можно обрезать не получившееся. Так. Оригинал. Чик.
Чик. Ну, как-то так. Так. Тут тоже немножечко сделаем потемнее. Хотя тут можно, видите, вот эта сторона чуть-чуть пересвечена, это слишком темная. Тут можно вот такой вот градиентик пустить, в который экспозиции просто сделать поменьше. Вот так вот. И мы пускаем вот так раз. И уменьшаем чуть-чуть. Вот как-то так. Теперь более-менее, видите, выровнено. Вот можем смотреть. Было, стало. Было, стало. Да? Получше. Так. Как-то так. Так. Дальше сюда переходим. Опять предыдущие настройки, если мы копируем. Она копируется, видите, вместе с градиентинком, который тут остался. Вот мы его можем чуть-чуть передвинуть вот так. Опа. Так, и опять же чуть-чуть, наверное, подрежем кадр. В принципе, кто не боится делать любой размер, да, кадра, если его не планируется печатать, а просто будут просматриваться на компьютере, то, в принципе, я не боюсь этого делать. Можно и вот такой вот немножко подвытянутый делать. Ничего страшного не будет. Вот. Так, тут то же самое. Раз. Тут бригада. Так, сейчас прорисуется у нас это все. Вот так вот чуть-чуть поменьше яркость. Ну, как-то так, да. Так, ну, собственно, вот так вот дальше и идем, да. Все кадрики мы обрабатываем. Что-то где-то чуть-чуть поправляем, не получившееся, да, либо яркость. Просто, грубо говоря, яркостью балуемся, поменьше, побольше делаем, все. Остальные настройки у нас выставлены. Ну, в каких-то там, я не знаю, у нас что-нибудь такое есть и другое. Ну, допустим, вот такой вот кадр у нас есть, да. То есть тут можем тоже что-нибудь там сделать, ну, не знаю, там вот так вот, да. Поконтрастнее его вот так вот, чтобы что-нибудь такое было более, да? Давай черный добавить. Так, выделить. Ну вот, это опять же на любителя, вот кому как, кому-то вот так понравится, кому-то вот так, да. Я вот что-то среднее поставлю, вот такое вот, да. И дальше, опять же, мы применяем все это. Вот так вот. К другим кадрам. Получается у нас вот такие вот. Штуки. Counter-Strike прямо, да, какой-то? Во, вот так вот. Так. Ну, вот здесь вот можно. Здесь, кстати, наша насыщенность. Ну, хотя нормально все. Так вот сделать. Сверху мы можем притемнить вот так немножко еще. Ну, это опять же, кому как нравится, чтобы немножко акцент был на зону. Где человек, вот так вот, оп, видите, можно немножко картинку подрезать, так вот сделать, и будет такая киношная, немножко, так, тоже вот так вот прибавим, видите, как интересно получается. Так, ну и так, собственно, дальше мы идем, немножко я расскажу, как я снимал. То есть, сейчас я тут найду, где-то я специально оставил кадр. Вот, не получилось. Вот, смотрите. Вот кадр. Со вспышкой, да? То есть, я снимал со вспышкой на фотоаппарате, так как там особо с зонтом не побегаешь, да? И если ставить зонт, то это довольно длительное занятие. Там был всего на час меня заказали на съемку. Поэтому там его особо не потаскаешь, да, по территории. И поэтому я снимал со вспышкой на фотоаппарате, прямо направленную в потолок. В принципе, мощность у нее была уменьшена на где-то... в каких-то местах на одну ступень, в каких-то на две ступени уменьшена. Она использовалась так, чтобы чисто чуть-чуть подсветить, да, чтобы не немножко передний план подсветить. Вот это вот кадр, значит, со вспышкой, да, а вот это вот без вспышки. То есть вот такая вот реальная бы была картинка, если не использовать вспышку. Как видите, она, ну, я не думаю, что она понравится, да,
Поэтому вот вспышка немножко подсвечивает передний план. Ну, не передний, а людей подсвечивает. Вот здесь, конечно, у нас пересвет, но это вот так вот мы берем и легко и просто вот так вот исправляем. И оно нам не мешает. Так, и вот так, да? Ну, то есть как-то так. Вот, дальше мы вот выставляем опять же яркость. Вот. Так вот. Так, вот как видите, вот эта сторона опять немножко светлее, вот это темнее, да? Также можно мы добавим градиентик небольшой, вот такой вот перехода, да? И сделаем чуть-чуть эту сторону посветлее. И добавим еще сюда градиентик. Тут потемнее сделаем. Вот так вот. Ну, как-то вот так вот выделим, да, чтобы больше внимания на людей, да, а не окружающую атмосферу. Вот. И также вот тоже, да, пример кадра. Вот это вот у нас со вспышкой, да, вот это у нас без вспышки. То есть сами смотрите. Может быть, конечно, если бы я там снимал в таком режиме, это тоже, в принципе, имеет право на жизнь, да, можно из этого что-то вытянуть, тоже получится интересный кадр, вот, благо техника позволяет, да, но мне все-таки кажется, что вот такие кадры будут для девушек поприятней, да. Вот, собственно, как-то так. Ну и вот где-то у меня тоже еще был пример групповой фотографии, я специально оставил, где она не получилась. Вот, смотрите, видите, у нас, так, тут сейчас убавим немножко, пересвечено, вот так вот как-то. Ну тут я еще подделаю, сзади окна, да, спереди совершенно нет света, то есть если бы я сделал кадр без вспышки, он бы, соответственно, вообще никак не получился, да, либо надо было их разворачивать в другую сторону и использовать свет от окон, да. Вот, собственно, кадр без вспышки, да, если бы я задрал значение и, ну, то есть сделал бы вот так вот, на фотоаппарате, ну, подлиннее там выдержку сделал, побольше ISO, да, у нас бы получился вот такой кадр с пересвеченным планом, что тоже не очень хорошо, да, а люди бы, в принципе, получились, и план, и сзади бы у нас вот такая вот ерунда получилась, вот, поэтому я думаю, вот такой кадр, он поинтересней, хоть немножечко, конечно, и плосковатый свет, так как вспышка стояла на фотоаппарате, вот, но... Но имеет право на жизнь. Так что вот так вот, друзья. Вот такие вот у нас кадры. Ну, соответственно, я тут еще буду над каждым кадром работать, а не корректировать их, да. Все должно получиться нормально, и им должно понравиться все это. Вот. Так что вот так, друзья, не буду вас больше задерживать. С вами был Сергей Азаренко. Подписывайтесь на мой канал, в конце-то концов. Это не трудно. Там есть кнопочка подписаться, нажмите ее, и все. И вы будете, постоянно у вас будет в новостях появляться, что опа, вышел новый блог. Опять что-то Азаренко рассказывает. И поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, ну хоть один, ну хоть два, ну сколько-нибудь поставьте пальчики вверх. Как будто вы не смотрите, как будто вам не нравится. Если не нравится, ставьте вниз, я хоть буду знать, что фигня вообще, что я тут несу, непонятно. Вот. Но всем удачи, хорошего дня, вечера, утра, либо ночи. Не знаю, когда вы меня смотрите. Пока!